сил. Подготовимся, сейчас Новый год наступает. Вот как раз этот выпьем наш grape juice non-alcoholic. Во. Сейчас уже скоро. Сколько времени осталось? 3 секунды осталось. 3, 2, 1. С Новым годом! Ну, гайз, мы по-серьезному теперь... Может, все-таки давай цель поставим на этот год? А то реально мы здесь растолстели, жирные, как псы стали. И просто думал, может, давай все цель поставим, чтоб, значит, жир потерять и форму стать, более физически, чтобы мышцы накачать. Что вы думаете? Да, хлопцы, ну, мне тоже, я думаю, так классно бы цель поставить. Смотрите, какие я толстый. О. Да, я что говорю. Начиная с завтрашнего дня, все, занимаемся по полной программе, смотрим, что мы едим и сколько едим, просто надо браться за рынок. Все, где-то через 2 месяца давайте опять встретимся, посмотрим, как у нас все дела идут. Let it go. Все, теперь можно бегать. Погода отличная! Бегать не только можно, а нужно! Я просто let it go. Thank you.
Ну что, хлопцы, как эти 2 месяца прошли? Ну, как сказать, такое ощущение почти, как будто год прошел. Ты вообще о чем? Слушай, не кажется, он с нас прикалывается? Да, я сам не пойму, я не знаю. Я за эти 2 месяца решил, что, эта цель не для меня просто. Ну, я не въезжаю. Не знаю, что-то у вас добавил. Слушай, не суди. Ты не знаешь, через что мы прошли? Я каждый день занимался сильно так, интенсивно, все. И ел нормально, и спал достаточно. Ну, что-то не по мне это. Да, кто вообще эту идею дебильную придумал? Что, слушай, я очень занят человек вообще. Мне и в доме грязно, и кровать застелить надо, и поесть по-нормальному, покосить траву. Мне просто дело вот так. И можно без денег. Ну, слушай, я старался, у меня просто дня время реально нет. А у тебя как? Это что-то изменилось у тебя? Как? Ну, не знаю. Вроде что-то изменилось. Вы готовы? Ну, в принципе, неплохо, так, немножко разве есть, ну, просто, видишь, у меня в родстве просто, как можно сказать, большие кости. Большую разницу не вижу. Тебе легко говорить, ты блондин, знаешь, высокий, там, тебе генетика. Но... Ну, я же старался, нелегко было. Не умничай. Ты получишь. Я думаю, я цель это больше не буду ставить себе. У меня время реально нету. Я знаю, ты без денег, наверное. У тебя просто времени столько. Тебе легко говорить. Это нам. Не отмазывайся. Ладно, пошли. Мы поняли, что мы, короче, своего дела не хотим менять. Ты думаешь, что лучше всех... Пошел ты свои мышцы. Понял? Накачанный здесь нашелся. Ну...
С праздником вас! С новым 2015 годом!